Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better with a ball. Ну что, вспомнили чемпионат мира по футболу в России? Да-да, самый лучший чемпионат мира. Вот. Ну, чемпионат прошел. Теперь я только тренируюсь. Вот. После тренировки Маркус меня попросил провести урок вам тут маленького искателя. Конечно, молодые футболисты. Целая команда. Кстати, Маркус обещал лучшим подарки. Поняли? Ну, а худшие отправиться работать охранниками. Короля. Да. Охрана, встает охрана. Не поспите. Ну ладно, давайте, поехали. О, привет, родственник. О, да как раз ты мне нужен. Покажи, как тут. Всем как тут надо искать предметы. Конечно, родственник. Дай только часы. Railway Station. Яхта и два джипа. Атаманчий сыщик. Латвия и Финляндия. Дай только и часы. Дай так. И часы. Railway Station. R. Rain. A. Apple. I. Indian. L. Lion. W. Wind. Station. Так, ну и где же есть Railway Station? Вот. Или на русском железнодорожный вокзал. Яхта и два джипа. Вот яхта и первый джип, и второй джип на карточке. Атаманша и сыщик. Вот. Латвия и Финляндия. Брелок Латвия. И Финляндия, где колода карт. Флаг Финляндии. Ну, все видели, как нужно тут зарабатывать пятерки. Молодец. Винди 31 пришел. О, давай, я тоже попробую заработать пятерку. Давно не зарабатывал. А то ты занимаешься геймингом, вот. Король и охранники, кровать, ель, рот с зубами, 4 батарейки, Марко Поло и National. Happy New Year! Король и охранники. Вот король, где атаманчий сыщик, и охранники там ждут худших. Кровать, ель, рот с зубами. Так вот, кровать... Рот. Так, ротик. Маут по-английски называется. Маут. Ротик. Мауф? Да, где же тут мауф? Вот, рот. Это группа The Wanted. Рот с зубами был уже. 4 батарейки. Вот, все 4 панасоники. Марко Поло и National. Вот Марко Поло. И
National. International. Happy New Year. Ну вот, пятерка. Ура! С минусом. За что? Долго ты там искал, не мог рот с зубами найти. Сыендук пришел. Ну давай, раз уж такое дело пошло. Два мужика борются. След, подкова, дверь, грузовик и бетономешалка. Две игры Nintendo DS, две мини-фигуры. Два мужика борются. Вот, борются на льду. В фильме. Четвертая война, которая вместо него лямуримец поставлен. След, подкова, дверь. След. Подкова. Где подкова? Ну? Это след, а это подкова. Все перепутал ты, сыендук. И дверь. Хорошо, что хоть дверь не перепутал. Грузовик и бетономешалка. Вот грузовик и бетономешалка. Две игры Nintendo DS. Вот как раз две. Carnival Celebrity. Две мини-фигуры. Первая мини-фигура, где медведь стоит. И вторая мини-фигура, где мистер и машина. Ну, ладно, пятерка. Но с минусом. Перепутал ты там подкову. Килиан Мбаппе пришел. О. Я твой фанат, забивака. Угу. А тебя же не было у нас, или был ты уже? Не, я просто во Франции играл, я просто смотрел в Ютубе, как ты играл. А, ну ясно, ты еще маленький был. Гепард и медведь, VHS тейп, 4 клоуна и попкорн, светильник и маяк, упаковка в салфеток. Гепард и медведь. Вот гепард, где мистер и машин, и медведь художник. VHS тейп. Четыре клоуна и попкорн. Вот четыре вот клоуна. Вот еще могу показать. VHS tape. Вот сколько кассет. Вот четыре клоуна. Да. И попкорн. Светильник и маяк. Вот светильник. Не свети мне в глаза. Мапе. И маяк. Упаковка салфеток. Вот. Ну, молодец. Пятерочка. Твердая.
Кинстар пришел. Так. Вот еще тебе такие задания. 3 синие машинки, 2 ноты, пульт и телевизор, 4 пара очков, парочка в автомобиле. 3 синие машины. Вот первая, вторая и третья. Вообще-то это голубая машинка. Вот третья, настоящая. А это вот синяя машинка, да. 2 ноты. Вот. Пульт и телевизор. Вот пульт и телевизор. 4 пар очков. Первая пара очков у сыщика. У меня вообще-то не очки. Ага, у сыщика не считается. О, первые очки у петуха. Вторая пара очков у Озириса. Третья пара очков у тебя. У кого? У тебя забиватки. У тебя. Ну да, нашел. Хоть я и склонил голову. И четвертая пара очков у... Четвертая пара очков. Подсказку давайте. Да. Отражатель света. Отражатель света? Есть у нас такой предмет, как отражатель света. Отражатель света. Где у нас отражатель света? А вот это пара очков. Автобус спрятал, чтобы... Парочка в автомобиле. Вот. Где? На CD-диске. Drive Time. Да, четверка тебе. Вот, первая четверка у нас. Очки не мог найти. Так, идем дальше. Рей Хина пришла. Вот. Задание. 4 автобуса и поезд, 2 сапога, 2 шляпы и перо, пожарная машина и скорая помощь, картинг и формула I Spy Game. 4 автобуса и поезд. Первый автобус, который второй автобус, где показал очков. Третий автобус, вот он, за попкорном. И четвертый автобус, вот он. И поезд, вот. 2 сапога. Первый сапог у кота в сапогах. И второй. 2 шляпы. Первая шляпа у кота в сапогах. И вторая. И перо. Пожарная машина и скорая помощь. Пожарная машина и скорая помощь. Картинг и формула. Вот картинг и формула. I Spy Game. I, Indian. F, sheep. P, parrot. Y, yacht. Ну вот, молодец. Пятерочка справилась с заданиями. Люси Лауд прибыла.
самолет и аэропорт, мельницу и замок 3 раза, змея, мышь, муравей, 4 силуэта в тумане, колос и колокольчик, самолет и аэропорт. Вот самолет и аэропорт. Мельницу и замок 3 раза. Вот мельница у кота в сапогах. И замок 3 раза. Первый замок. Второй замок. Где? Ищем второго замка. Во второй и третий замок у Трубадура и их друзьям. Это второй замок. Ага, это второй. Сейчас будем третьего найти. Где же у нас третий замок? Третий замок, где ты? Сходи в парикмахерскую, а то тебе волосы мешают увидеть замок. Во, третий нашла. Змея, мышь, муравей. Вот змея, мышь и муравей. Так, где же у нас? Во, муравей держит эй букву. 4 силуэта в тумане. Вот. Под Гредланд. The Wishing Game. Колос и колокольчик. Вот колос. И колокольчик. Да, 4. И парикмахерскому срочно. Озирис пришел. Если хотите, я буду делать коффин-дэнс для вас. Пингвин и дельфин Ice Age. Голливуд и Коста-Бланка. Волос и Громи 2 раза. Топор, рука, кровь. Пингвин и дельфин. Вот пингвин и дельфин. Ice Age. Голливуд и Коста-Бланка. Вот Голливуд и Коста-Бланка. Уоллес и Громми 2 раза. Вот, 2 раза как раз. Топор, рука, кровь. Вот топор. Рука и кровь. Топором отрубили руку. И потекла кровь. Тюбик. Да, самые страшные, страшные, черные рассказы скоро будем рассказывать в Хэллоуинсе. Ждем 31 октября. Джон The Monster High Fan пришел. Каудакар 4 раза. English, хлопушка и антистресс. 2 игровые приставочки. Кот 5 раз. Каудакар 4 раза. Вот, 2 вместе. Вот. 3 и 4. English. E. Elephant. Nut. G. Goose. L. Lion. Хлопушка и антистресс. Так, хлопушка и антистресс. Где у нас хлопушка?
Подсказку давайте. Нормально. Никогда не видели, как кино снимают. О, в кино? Вот хлопушка. И антистресс-какашка. Фу. Две игровые приставочки. Вот первая. Так, 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 выключил. Выключил. Во время урока никаких игровых приставок. Просто покажите. И вторая. Код пять раз. Вот первый код, где в букве Си. Второй код это из бременских музыкантов. Третий код это код в сапогах. Четвертый. И пятый. Четверка. Не знать на хлопушку. Не найти такой большой предмет, ну знаете. И последний скелетон. Мозги включи, а. О, лучше. Теперь можно. Сок, мясо и кафе. Мыльные пузыри 3 раза. Брянские музыканты 2 раза. 6 карточек футболистов. Машина в автосервисе. Сок, мясо и кафе. Вот сок, мясо и кафе. Мыльные пузыри 3 раза. Все 3 вместе. Бременские музыканты 2 раза. Вот первые и вторые. 6 карточек футболистов. Все 6 карточки. Машина в автосервисе. Ну да, ясненько. Ну, видел, включил мозг, сразу все нашел. Так, ну что ж, заканчиваю нашу школу. Кто же был сегодня лучшим? Лучшие были Скелетон, Волк, Винди 31 и Мбаппе. Не... Так, ну что же мы дадим Скелетону? Ну, Скелетону давай... Так как машина уже ремонтировалась, вот. О, в Майнкрафте появятся машинки. Да. Круто. А то вагонятки, вагонятки. На машинках будем ездить. Ну, а волку, как обычно. Да, давайте мне, давайте. О, The Wanted. Группа и... Drive Time. Dance Classic. О, круто. Все, пошел слушать. Классику танцевальную. Ну, а в Винди 31 ты получаешь брелочек с Латвии. Да, на память, что мы из Латвии. Ой, спасибо. Запомню я вас. А Мбаппе, так как он любитель футбола, отдадим всех карточек футболистов. Да-да, я собиратель карточек. Это мое хобби. О, спасибо, у меня будут новые карточки. И давай еще бонус снова. Сундука. Он тоже лучший был. О, ну спасибо, давайте. А сундука давай отдадим. Хлопушку дадим ему. Давай, чтоб снял новое видео. Вот. Перед видео обязательно щелкнуть хлопушкой. Как это делается? Опа. О, спасибо, буду так делать. Так, ну а кого мы отправим в охранники короля? Давай отправим всех, кроме Кимстара. Все, охраняйте. Только Кимстар будет живым остаться. О, круто! Спасибо. Ну что ж, заканчиваю сегодняшнюю школу. А следующая школа
будет школа Сендука. Ну так как вы мне дали подарок, ладно, проведу я вам урок.